Временно исполняющий обязанности главы региона Павел Коньков встретился с президентом. Переговоры получились разносторонними и, как уточнил губернатор, касались многих болевых точек Ивановской области. Обсудили выполнение майских указов президента, переселение граждан из аварийного жилья и капремонт многоквартирных домов. Кроме того, глава региона доложил Владимиру Путину о ходе строительства комбината синтетического волокна и предложил на базе будущего предприятия создать специальный кластерный фонд для развития промышленных синтетических волокон. Президент идею с фондом поддержал, как и еще несколько проектов на весьма далекое будущее. О включении юбилея города Иваново в 2021 году, 150-летие, в календарь федеральных мероприятий, я думаю, что это для нас хороший инструмент серьезным образом подготовиться к этому празднику и серьезным образом преобразить облик нашего любимого города, столицы нашего региона.